Вот мы говорим об использовании административного ресурса. Вот смотрите, стоит полицейский и открыто, нагло, не стесняясь, снимает встречу кандидата в президенты со своими сторонниками. Кто вам разрешил нас снимать? А кто вы? Пресса. Какая пресса? Какая пресса? У вас есть удостоверение? Можете показать, из какого издания вы? Вот смотрите, вот кто он снимает нагло, чтобы запугивать потом вот всех? Кто вам разрешил снимать кандидатов в президенты, встречу с избирателями? Кто вам дал такое задание? Как вас зовут? Ваша фамилия какая? Как? Есть фамилия. Его кто-то знает, он местный? Откуда вы? Из Кишинева. Из Кишинева приехали, да? Свободный человек снимать меня? Кто вам разрешил это делать? Ковкалюк или Плохотнюк? Уйди отсюда! Уйди отсюда, сказал! Пошел вон отсюда!